Приехала к нам сегодня Scania RK124 99 года. Небольшие у него проблемы с двигателем. Какие, Сергей, у него проблемы? Тек антифриз за ТНВД. Выявили, что это с дренажного отверстия, которое имеется в блоке. Резинка гильзы потекла. Ну, соответственно, и у него еще засвистело, загремело. Мы скрыли головку, увидели, что задрана гильза. Перегрев гильзы сопутствовал перегреву резинки, и поэтому потекло. То есть резинка сгорела, получается? Да, из-за нагрева гильзы. Угу. Ну, посмотри, покажи там состояние гильзы. А этот самый перегрелась. А чего она перегрелась? Ну, это, скорее всего, лила форсунка. Возможно, что лила форсунка и было постоянное воспламенение. Вот смотри, по бокам. Так, и вот с этой стороны, вот здесь вот аж прилипал он куски поршня, походу. Вот оно как. Значит, у нас, получается, переливала форсунка, было больше сгорания, то есть перегрев. Ну, это надо будет сейчас форсунку отнести на Bosch. Они поверят и нам скажут, что с этой форсункой не так, из-за чего у нас это все случилось. Ну, могло быть так, да? То есть, ну, переливала топливо, да, больше это... температура и... Да, это постоянное воспламенение и перегрев. Угу. Перегрев в этом цилиндре. Смотрели камеры в другом цилиндре, там еще относительно все нормально. Сейчас мы скроем все форсунки. Отдадим на проверку на Бошах все, ну и просмотрим камеры. И там уже человек будет принимать решение. Либо он меняет всю гильзопоршневую, либо один цилиндр и поехал. Угу. Так, значит, сейчас форсунки. Вот они. Пойду на Bosch вместе с ними, схожу, посмотрю, как ребята их проверят и что там будет. Так, а если бы мы не начали сейчас выявлять и устранять, если бы он дальше поехал, что бы произошло? Ну, мог поршень заклинить при нагреве, то есть... Допустим, он сейчас остановился, остыл, приклеился к гильзе. И начинает запуск, обрывает шатун. То есть, ну, либо это поршень разрывает, либо шатун, и в блок может выбить, угу, что хочешь. Как на Дафе. Ну, то есть это да. Да, ну это Scania, они хорошо сделали, что у него антифриз течет наружу. То есть, угу, это, ну, если я не ошибаюсь, в этих машинах только у Scania есть такое. Сделали дренажное отверстие специальное. То есть для того, чтобы антифриз при прогорании этих резинок попадал не в масло, как в некоторых машинах, во всех буквально, а наружу. Ну и, соответственно, клиент увидел, что у него наружу течет антифриз. Вот тебе, пожалуйста. То есть, ну, значит, что-то не так с машиной. А наружу куда он вытекает? А здесь есть дренажное отверстие под этой крышкой, под этих вот крышками. Угу. На каждом цилиндре есть дренажное отверстие вот в этих местах под крышками. Угу. И с них начинает течь антифриз. Могу на той гильзе рассказать, как именно это происходит. Кажи. Вот эта гильза с другой Scania. Здесь резинка, и здесь резинка стоит в блоке. Угу. Здесь стоит антифриз. Угу. Вот это место посадочное в блок упирается. Угу. Ну, просто без прилегания к чему, просто металл к металлу. Здесь воздух. Угу. Здесь в блоке дренажное отверстие. В этом месте где-то. Соответственно, вот эта резинка, когда прогорает, либо плохо держит, антифриз начинает течь сюда, наполняет эту камеру и через дренажное отверстие начинает вытекать. Здесь, ну, держит, ну, в принципе, может тоже немного просачиваться в масло, но это в небольших количествах. А так бы он проходил антифриз вниз? Да, и... а во всех, считай, двигателях, то есть нет вот этого бурта, а бурт сверху, ну, на многих. Угу. Бурт сверху, а здесь просто, то есть, резинка, и которая, если что, начинает течь сразу туда. Сразу в блок. В масло. Угу. Ну, все, соответственно, понимаете, уровень масла, масло смешивается и... И ходит вот так. Беда. Да. Клиент отказался проверять все форсунки, то есть все гильзы проверять. Делаем только одну, шестую, да? Угу. Которой была проблема. Вот у нас Магнум стоит на ремонте топливный. Опа. Здорово. Добрый день. Ванька! А где Миша? Миша там, на Делфи. Да. Скания. Слава. Чего? Проверим. Проверить надо. Одну. Можно и вторую. Но вообще клиент сказал одну.
Таким вот способом механические форсуночки проверяются. Самые простые. Хорошо, давай. Нету давления. Видишь? Льют они. Если 275, то и вон, видишь, 240, 248 она уже льет. Что и требовалось доказать, да? Ну, то есть она будет лить? Она будет лить, нету давления. Ну, преждевременно срабатывает распылитель. Это получше. Но все равно не хватает. Ну мало. О, сколько? 255. 250, наверное. 255. Угу. Там даже такого не было. Там просто... Да. То есть вот это даже лучше форсунка, чем то. Ну понятно, что это было. У нас да. Шестое было как раз. Пятое, ну, пока желаю. А с остальными мы не знаем. Ну, с остальными клиент решил не разбираться. Проверили мы форсунки. Пятое, 255 давление. Должно быть 275. Это шестая, 240. То есть, по идее, их надо севом делать. Потому как уже просажен. Ну, ее надо одну починить, да? Можно? Пройти. И что у нас будет? Замена одной поршневой группы? Ремонт форсунки одной. Да, сейчас еще посмотрим, что там. Что посмотрим? Снизу что-то, на вкладыш. Так, сейчас мы подъемники переместим, чтобы немножко приподнять машину. Сольем масло, снимем поддон, потому что нам все равно поршень менять один. Освобождаем пространство немножко. Кабина назад. У меня может быть не только из-за форсунки топлива. Из-за чего? Может быть еще из-за форсунки масляной. Если она сломанная, масляная форсунка, либо забитая. Сейчас мы это увидим, когда снимем поддон. Где? Да. Ну то же самое, охлаждение поршня отсутствует масло с помощью форсунки масляной. И, соответственно, тоже самый перегрев. Чего? На сканях, кстати, ломаются часто. Проблемы бывают. Что здесь сейчас посмотрим, снимем поддон, увидим. Ну, топливную мы-то точно уже установили, что топливная, ну, топливная перегревает. Да, ну как вот, смотри, у меня растут за стетонами 30 литров по кругу. Ну они давление, то есть ниже, чем положено. По сути, открывается распыл раньше. И это самое. При меньшем давлении. Пытаешься инородные металлические тела найти? Угу. Ну, я на пальцах как песочек. Песочек это стружка. Песочек. Это стружка, это не песочек. На пробке, поддона обнаружено немножко стружки. Не видно. Да? Можно, немного попадало, наверное. Не, немного. Антифриз попал все-таки чуть-чуть. Ну, чуть-чуть он будет, в любом случае попадет. Там антифриз, что он не герметичный. Он просто металл к металлу. Козлик подставь. Не козлик. Вот сюда вот козлики поставь, приопусти на них. У тебя ось опустится, и тогда ты нормально достанешь. Так, как один вверх. Тот прям вверх ты делаешь, сворачиваешь. Ты, наверное, всю споршню. Алло. Алло. А, я
такое? Резинка кусок. Резинка? Все, я понял. Что, масляная форсунка на месте? Открутить ее надо. Ну, вот стружка только. С поршня, скорее всего. Надо только с кинетала. Пальцы почему? А вот наш поршень. Красивый, да? Ну, выглядит красиво, полосочка все. Вот они, кольца. Они заодно с, это, с поршнем. Говорили. Конечно. Эти вот отверстия, что уже начал ломаться, так? Да. Это то, что в подумке. Ну да. Вкладыш имеет несколько слоев. Первый слой, который идет, основной. Стирается когда? Вот этот слой. Потом начинается желтый. И вот здесь вот уже металл. То есть вот этот вот слой, это металл. На нем 3 или 4 опыления. Напыление идет. Когда стирается все напыление, начинается металл. И металл об металл. Коленвал начинает стираться. И, соответственно, коленвал уже начинает размер свой терять. Ну и потом опять нагрев, прилипание. И все. Проворот. Проворот. Это верхний, да? Это верхний, да. Но нижний будет. Нижняя нагрузка меньше, поэтому такой слой и вот рабочая. Все. Ну вот здесь нагрузочка начинается. Зарплату получаю и приезжаю к вам. Скания. Скания, да. Оригинальная, стандартная. Я же говорю, ты еще не капиталили? Ну, нет. Какой пробег-то не машина? Бля, там же больше миллиона. Ну вот нормально, если она больше ляма прошла, еще вкладыш нормальный. Ну, это уже все. Так. Ну, либо менять втулку, но мы сейчас не закажем ничего, проще заказать, ну, взять шатун еще поменять и все. Так, что человеку надо быстро. Не так. Ну, уже все, она вот она. То есть задирала, то есть от нагрева ее просто тоже задирала. Я бы рекомендовал, конечно, менять. Нет, встал. Встал, наверное. Как скажете. Да не знаю. Идем выбирать поршень. Запчасти КПП. Где у тебя Скания? Там? Да, этот. Согласен, 39. Оно? Да. Ну, это переместить туда. Куда? На склад. Ну, на мотор. Смотри, сколько их там есть. Может, выберем, что там получше, похуже, нормальное состояние. Все можно, а потом заберете. Сколько? Одно? Один нужен, да. Поршень выбрали. Как удобно, все на месте. Машина на ремонт пришла, огромный склад запчастей, любых, крупнейшая разборка в России. Новые, бэушные, без разницы. Бош на месте. Весь комплекс работ делается сразу. Не надо ничего ждать, заказывать где-то. Сняли масляную форсунку. Забито. Здесь. Вот они забитые, да?
Угу. То есть здесь видно, и здесь. То есть у нас сработал комплекс. Это вот основная проблема, масляная форсунка. Да. То есть охлаждения поршня не было. Соответственно, вот это вся херня и была. Ну, форсунка тоже. Добавочно, потому что у него другая тоже там просажена. Это больше просажено, там меньше. Я думаю, что если дальше смотреть, там будут все форсунки одинаковые, там 140 и так далее. Все одинаковые. Это как? Чистится просто? Это сейчас мы попробуем вдуть. Улетело. Вылетело. Угу. Ну все. То есть... Теперь все вылетело оттуда вся хуйня. То есть теперь вот видно, что. Ну, теперь глаза... есть отверстие. Так, и форсунку уже разобрали. Принесли новые запчасти. Оригинал Bosch. Оригинал Bosch. Очень быстро готово. Механические попроще, чем не да, чем вот эти вот. У кого есть вопросы по Бошу, по Делхе, по ремонту топливных систем, вот сейчас на экране появится номер телефона начальника данного цеха. Если что, звоните. В любое время, это самое, ночью можно спросить, в принципе, брат, а что у меня там это, дымит, плохо едет. Не, на самом деле в рабочее время с 8 до 7 звоните. Поддон мы отправляем мыться. Надо было брать на 2 дня. На 2 мало. Неделю. Какое-то нехитрое приспособление для снятия гильз. Самоножка вот эта нижняя. Да, красивая. Она внутри, я не знаю, видно на эту камеру или нет. Остальное мы рассыпали. Это почему так? Потому что это здесь антифриз ходит по резинке, то есть вот эта часть, ну и вымывают, так сказать. Если в антифризе имеется частица там песка или еще чего-то, то есть она как вот как пескоструйка, короче, хреначит. Некоторые бывают вымывают насквозь. Да. Антифриз здесь ходит, циркулирует. Ну здесь видишь. Ну это как раз по резинке, то есть резинка здесь стоит. У нас идет подготовка к сборке, чистка деталей. Сейчас начнем собирать. Пробег у данной скани 1,5 миллиона. Это я уже уточнил владельца данного автомобиля. Потому что изначально он сказал 1 миллион с чем-то, но те вот с чем-то оказались 500 тысячами. По желанию клиента вставляем старый шатун, а то там бывают комментаторы, граждане некоторые, услышат от меня какую-нибудь там, ну, считают, что я что-то неправильно сказал, начинают переходить на личности. Какой смысл от этого, не знаю, я не моторист, я не, блядь, техническим образованием не обладаю. Я гуманитарное учреждение высшее заканчивал.
Поэтому смысл что-то там, какие-то оскорбления какого-то мастера или меня переходить я не вижу. Лучше поделиться своим мнением, привести пару доводов. И я что-то узнаю новое, и другие граждане, которые смотрят видео, узнают. Но такие есть, такой контингент, которых что-то не устраивает. Вкладыши новые установлены или опять же те же? Те же? Клиент все равно настоял на своем, сказал, что поставили старые вкладыши. Ну, раз старые, значит старые. Сказал, что чуть-чуть попозже приедет на капиталочку. Открываем комплект новых колец. Это специальное приспособление для разжатия колец. Слишком сильно их не нужно разжимать, то есть они легонечко разжали, чтобы прошло. Одевается. Дело тщательным образом смазывается. Так, одна резинка устанавливается на гильзу, одна резинка устанавливается в цилиндр. Такая специальная приспособа для колец, чтобы их сжать, поршень вкинуть в гильзу. Заскочил. Почти собрали. Почти. Скоро будет первый запуск. Его. Вот антифриз, который здесь был. А что он цвета такого? Непонятно какого. Он должен быть зеленый. Он видит какой-то. Вода. Здесь примерно литров 18, должно быть 40 в системе. Вот так вот бывает. И заливаем антифриз новый. Выключи и опять включи, там ЭДС загорается, надо два раза делать. По итогу, что у нас? Причина перегрева? Перегрева забитость форсунки. Масляной форсунки. То есть не сама форсунка, а штуцер на подачу масла форсунки была забита. Соответственно, поршень перегрелся. И все. Вот результат. А избежать такой? Ну, следить за маслом, менять фильтра и так далее. То есть, ну, как-то туда попало, но у него просто уже целый букет. Ну, уже больше миллиона прошла. Полтора. Вкладыши уже надо менять. Там уже... Соответственно, все уже стерлось. И просто надо, в принципе, просто обслуживать надо уже. Ну да, подошло время. Требуется, да, капремонт двигателя. Соответственно, если он чуть раньше бы менял, соответственно, это бы все прочищалось, продувалось и все. Все понятно. Все, в путь. На хорошей дороге.